Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Это опять Дмитрий. И обзор в данном случае посвящен еще одному направлению, которое я взял недавно в портфель. Food Global Invest или FGI. Вот. Данное инвестиционное направление относится к разряду средников, дающие средний доход, то есть от 1% в сутки. Вот, что из себя представляет данное направление, да, то есть какие тарифные планы, партнерская программа. Вот, сейчас перейдем, получается, на сам сайт, ну и посмотрим, да, в динамике. Вот, направление забугорное, да, то есть админы здесь из-за бугра. Как проработают, долго ли, мало, точно не могу сказать. Но по определенным каналам я его взял, да, то есть, и, соответственно, сейчас вещаю. А так, сейчас что, то есть, переходим, получается, на сайт и смотрим информацию. Ну вот, мы находимся на сайте. Вот, Food Global Investment или FGI. Да, то есть... Тут получается он на английском языке, то есть русского нету. Можно воспользоваться переводчиком, да? Ну, допустим. И, значит, какая здесь легенда? Значит, здесь идет инвестиция в продовольствие, да? То есть инструменты инвестирования в сырьевые товары, торговля на товарных рынках. Ну, чтобы... Инвестиционный пул и контракт SVD. Значит, наши продукты, да, контракты созданы. Ну, вот о каждом можно почитать, да, то есть наш продукт. Еще раз перевести. На торговле, на товарных рынках, да, уже более 20 лет наши контракты. Ну, в общем, все это относится к легенде, да, пшеница, рис, кукуруза, туда-сюда. Вот, а нас интересует по большей части тарифные планы, да, то есть и доходность как таковая. Так, что мы здесь имеем по тарифным планам? Где мне это смотреть? Так, минуточку. А вот, значит, вот, investment plans, да, это инвестиционные планы. Значит, здесь есть вот corn, rye, а, ну вот, по этим, по продуктам, да, то есть рис там, что там, сои и так далее, да, вот corn. Давайте попробуем перевести. Кукуруза, рис, пшеница, соевая баба, да. Значит, здесь тарифные планы. Значит, 0,8, так, показать оригинал сделаем. Значит, 0,89% в день на один месяц, судя по всему, с возвратом тело депозита. 1,12 в месяц на 3 месяца, тоже, я думаю, с возвратом тела. И 1,20 тоже, а, здесь на 6 месяцев, вот. 1.20. Далее, следующий тарифный план получается 0.94% в день, да, от 500 до 10 тысяч долларов. 0.94 на 1 месяц, 1.18 на 3 месяца, 1.75 на 6 месяцев. Далее, 1% ровно от 10 тысяч до плюс... В общем, без разницы. И максимально на 6 месяцев 1.325% в день. Вот. Есть еще какой-то отдельный тарифный план. Я так полагаю, откроется чуть позже.
Да, то есть, в принципе, ладно, нам это особо не интересно. Значит, реферальная программа. Она у нас идет здесь, значит, линейный маркетинг, да? Вот, 1% с первой линии, 0,5, 0,5, 0,5, 4 уровня в глубину. Вот здесь, здесь при регистрации дают бонус $10, да? Вот. Тут вот, сейчас я точнее скажу. В общем, здесь, как я понял, при депозите $1000, да, то есть и структурный оборот 10 тысяч, тут идет 8, 1,5, 1, 0,5, 0,5. Вот. Ну, короче говоря, линейный маркетинг, далее персональный депозит от 10 тысяч и обороте 50 тысяч. Вот, 10, 2, 1 и 5, ну, вот такой, да, то есть, ну, таким вот образом, значит, все здесь происходит. Давайте перейдем в кабинет, по сути, да. Так. Значит, здесь что делаем, да? Так, для начала дэшборд. Так, его туда к баланс. Так, 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 так. Минуточку. Вот здесь, да, то есть нажимаешь Open Deposit, да, то есть вот выбираешь, собственно, на сколько месяцев, там, на 1 месяц, на 3 месяца. Вот здесь выбираешь сумму, да, здесь выбираешь платежную систему, ну, там, USDT, TRC20 обычно люди пользуются, да. Вот здесь открывается, грубо говоря, куда, на какой адрес отправить, да, 100 туда-сюда, и все, собственно. Отправляешь, и так открывается депозит. Ну, я его удалю. Он мне не нужен, по сути, да. Вот просто я показал, как все это происходит. Ну, все предельно просто, да, то есть тут смотришь, что у тебя по реферальной программе, да, то есть. Ну, здесь вот 4% у меня показывает от инвестиций и тут от дохода, грубо говоря. Вот. Вот такой вот кабинет, да. В принципе, ничего такого прям сложного нет. Вот, далее, собственно, так, далее, значит, что, то есть у меня под видео будет ссылка для регистрации, мои контактные данные, обращайтесь в случае, если возникнут проблемы, я думаю, не возникнут. Ну, в принципе, все, да, то есть на этом у меня обзор закончен. Хотя есть еще один момент, вот, я делал вывод средств, да, то есть операции. Операции переходим, да, то есть вот $15 я пробно поставил на вывод, да, то есть здесь переходим, получается, вот они, плюс $15. Вот, вывод заработан. Вывод работает, да, то есть. Значит, под моим видео будет ссылка на регистрации, мои контактные данные, обращайтесь. А так, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Всем больших профитов.